Спустись в подземелье к Александру и убей его. Бывший ты, Даниэль. Если у него не вышло, блядь, схуяли, у меня-то должно выйти. Так, мне нужно в какую-то святую святых. Ага. Подожди. А как туда забраться? Блин, ну я же не думаю там по ящикам, что нужно убираться сюда. Так. Тут вроде бы тоже ничего такого нет. Ага, все, я типа не могу назад, да? Значит, мне надо что-то тут, наверное, сделать. Блин, ну не по ящикам же лезть. А меня почему-то вот думается, что придется лезть именно по ебаным ящикам. Возьмись. Как раз немало. Стало даже дохренище просто. Ящиков. Какую-нибудь пирамиду построить. Пролезть. Блять. Чем я занимаюсь? Слева ползает, что за говно. Так, теперь из этого мне нужно собрать какую-то шляпу. Так. Берем. Тебя мы сюда поставим. Так. Да. Я чуть не пойму, как их вертеть. Блять, что там все ползает? Что за говно нахуй? О, тут еще ящик есть. Это очень хорошо. Чё ящики? И сюда. Так. Общий сбор. Так, скорее всего, как раз ровно должно хватить для того, чтобы я поднялся наверх. Я так думаю. Так, я не знаю, кто там ползает, но... Сука, только попробуй, блять, мои ящики нахуй разломать. Тебя найду потом. Так. Нет! Да... Роза? Как? Это была лучшая моя постройка. Да ёб... На. О,
За что? Окей. Да. Камон, я же не строитель. Так, нет. Стоять. Ну, блин. Нет. Стой. На месте. Стой на месте. Что за дурацкая ситуация, а? А, нахуй с ним, давай двигать. Вернее. Так. Что за симулятор строителя, блядь? Блин, значит. Так. Дальше. Так. Блядь. Ну я опять строю. Не там. Так. Нужно. Так вот. Так. Плюс. Ну-ка. Сюда. Сюда. Да. Это значит получается вот сюда. Нет! Блять, я это строил целый век. Нет, ну не мудак ли, блядь, а? Вот ты. Ты тут не нужен. Что, блядь? Не хотите сказать, что я занимаюсь хуйнёй все это время? Кого? Пиздец, я сколько? Я 40 минут, блять, лез в аутобаунс какие-то. Да. Понял, принял.
синяков и царапин. Ну окей. Не понял тогда. Типа окей. Там дверь закрыта. Тут тоже ничего нет. Выбраться я попытался, но нельзя. Просто какой-то пасхалка от разработки. Значит, они это сделали просто, чтобы тупо наебать. Вопрос возникает, куда тогда идти? Если наверху ни хрена нет. Тут просто завал. Блять, я выйти отсюда не могу. Странно, я тут уже тут зажег. А, отлично, у меня лампа закончилась. Найс. Блин, и хрен ли делать тогда? Какой-то проход должен быть, что ли? Вообще ничего. Типа, камон. Ни прохода, ни хрена нет. Может быть, где-нибудь какой-нибудь рычаг есть. Какую-нибудь комнату открыть. Походу все огниво просто так пользую. Ари не горит. Реально непонятно. Это типа звук крыс, что ли? Ай! Ебануться. А я столько времени, блять, ебаные ящики собирал. 40 минут, блять. Жесть.